пока тлеют последние угольки надежды, расскажу вам, что такое Логан в исполнении Access в самом минимальном. Это авто сможете приобрести в салоне Sprint. Вся подробная информация в ссылке в описании к видео. У меня иногда возникает ощущение, что мы находимся, точнее, что я нахожусь в каком-то четвертом измерении, потому что стоимость на автомобиле растет в непонятно какой прогрессии. Похоже, без права на реабилитацию. Лучше уже не будет точно, или будет так же, или хуже. Как-то так. Не знаю, что затягивать хуже. Пока непонятно. В общем, автомобиль 21 года выпуска. И стоимость его переваливает за миллион. Это самый доступный Логан. Самый доступный. Сейчас Гранту или Весту. Да, Гранту вы берете за 900. С допами. Потому что другой автомобиль уехал. А если без допов не хотите брать, до свидания. Ходите пешком. Как-то так. Все печально. Очень даже. Выкидушка ключ. Такая сигналка стоит. Но это не меняет вообще в сущности ничего по факту. Даже не знаю, с чего и начать-то. Даже не знаю. В общем, вот он. Зато Логан начал с чего-то. Он просто взял и закрылся. Нафиг, говорит, иди отсюда. Не, главное, закрылся. И что дальше? Открывайся, паразит. Ну, все, смотрите, закрылся. Заворот не будет? Нет, не будет. В общем, эта комплектация самая, что ни на есть, минимальная. И перестаньте уже писать в комментариях о том, что смотрите, тут комплектация, тут нет электростеклоподъемников, тут нет кондиционера, тут нет того, тут нет всего, тут того нет. Ребята, ребятушки, давайте-ка вернемся в энное количество лет назад. Прям реально вернемся в энное количество лет назад, когда автомобилист был не так избалован, когда автомобили ждали, было мало автомобилей и получали, знаете, даже в самом лучшем сне вот такое не могло присниться ему. А что, вы на АвтоВАЗе не катали без кондея и без этих весел? Катали. На москвичах, на Волгах катали. А сейчас мы супер все избалованные. Если нет электростеклоподъемников, если нет попогреек, если нет гидроэлектроусилителя руля или чего-то еще, мы сразу же начинаем плакать. Еще так интересно здесь, смотрите-ка. Приборка странно красная. Ей что, стыдно? Как красному диплому? Интересно. Самое что ни на есть стандартная комплектация, которая вообще может быть у Логана. Представляете себе? Самая стандартная. Я уж не знаю, что тут говорить про этот автомобиль. Просто вот автомобиль, который будет ездить. И все этим стоит, наверное, ограничиться. Здесь приливы места хвата, тоже полиуретаном рулевое колесо, хотя бы вот немножко серебрянки добавили здесь. Также глянец с хромом присутствует, все, вот отсюда убрали хром, здесь тоже убрали, здесь тоже, в общем, самое-самое-самое, что ни на есть, простая комплектация, которая вообще может быть на Логане. Ничего не сломается, все механическое. Регулировки у сидушек только лишь спинкой в продольном направлении, по высоте нет регулировки, уже изначально из завода поставили, поэтому так и катайте, говорит нам производитель. Лучше ли Веста этот Логан? Сложно сказать, по управляемости каждый для себя сам решает, понимаете? Здесь очень сложно сказать. Но зато у него обработка с завода антикор антигравий, и как все промазано. Гораздо интереснее, чем на Весте. Он не гниет. И уж надежнее, это 100%. Что-то я не так хотел начать видео, но как-то опять начинается не так, как я хочу, не так, как я запланировал с утра. Ну что, едет как новая тачка. Берем и катаем. И при том катаем долго, видимо, на ней, потому что здесь всегда приоритет надежности ставится в угоду всему абсолютно. Так что не переживайте, этот автомобиль дарит чувство уверенности. Хоть и простой, но уверенности. Как-то так. Здесь установлена система Пионера, AUX USB стоит. Странно, почему он глючит, что ли? Что такое? Он же должен гаснуть. Как-то так он работает. Дубовый везде пластик стоит. Здесь, пожалуйста, это остров эксплуатации.
вот такой второй ключ. Вот один выкидушка, другой вот такой. Все. Остальном. Так, закрываем все. Даже эти места даже не прикрыты. Обычно на Сандеро на Логане все это закрывается. И вот этот материал, он его очень разбархатит, что ли, если такое слово есть. Легко. Поэтому как-то мыть, стирать его. Не знаю, сложно, нужно специально какой-то щеточкой это делать. Здесь розетка только одна, подстаканники, везде одни заглушки. Ну, печка есть, уже хорошо, рециркуляция. Задний обогрев стекла, различные зоны, все. Дальше как есть. Ну, механическое все, да, не без этого. На этот автомобиль, конечно, по-разному нужно реагировать, но меня дико удивляют люди, которые и на плохое, и на хорошее реагируют одинаково. Согласитесь, это немножко странно, очень странно. Подсветка СС-40 у нас, вот такие здесь стационарные ручки. Ну что, сидишь, ну просто сидишь. Я не могу сказать, что оно супер удобное, супер неудобное. Ну просто вот сел и вот как бы едешь, все, больше ничего тебя не отвлекает. Дальнее путешествие, конечно, наверное, преодолеть будет сложно. 100 тысяч километров проехать за раз. Кто проезжал 100 тысяч километров за один день, а? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Может, кто-нибудь катает так. Ну, 1000 вы проедете, спина уже будет вставать. Давайте откроем капот. Единственное, что супер радостно и супер радостный момент, это, конечно же, мотор, блин. К7М 1.6, 82 лошадки, 8-клоп на чугуне. Ремень меняете каждые 60 тысяч, ну что, капонат регулируете, и все, он будет катать 500 тысяч, но у него только обкатка. Ключок бензобака, регулирование угловых фар, все остальное, ну, как видите, в первозданном виде здесь ничего особенного. Даже места не прикрыты. Как есть, как есть. Механическое можете сложить зеркала, вот признак этой версии Access. Не окрашены зеркала наружного вида, ручки, ну и, собственно говоря, остальные моменты тоже. Самая начальная комплектация Formula Energy State 185 на 65 профиле, 15-й, 205 на 55 на 16 можно будет еще поставить указатель поворота. Ну-ка, давайте в Access посмотрим, что здесь. О, стоит упор, смотрите, а это ведь у нас все авто. Такие роскошества, как вот он, своеобразные светодиодные, думаю, куда говорить. Ну, тут такая трубчатая тема, а здесь уже точечно идет рефлектор ближний дальний. Вот и все, больше ничего нет. Хром тоже, сетка стоит, вот он пассивный. Здесь фильтр находится воздушный. Так, сейчас я вам продемонстрирую, где у нас салоны, если он вообще в этой комплектации есть. Салоны, фильтр вот здесь вот, как на фордах. Очень сложно там отколупать. Вот он там. И вообще нету в этой комплектации, даже не знаю. Вот в исполнении Life такой есть фильтр салона. Его достать сложно. В общем, манипуляции такие дикие нужно проделывать, чтобы как-то все весь поцарапаешься, чтобы как-то поменять. Ну, на К7М проблема, например, фильтр. Всегда мотористы и механики немного ругаются. Потому что фильтр нужно остудить все это дело, потому что он подбирается в фильтр, там очень спец, инструмент, спец, подготовка, не знаю, что будет фильтр долго на языке мотористов открутить, вот, и как-то произвести замену масла. Все так такое получается. Ну что, конечно, работает. Шикарно. Защита стоит. Единственное, что пугает в этом автомобиле, это то, что управляемость такая же остается. В каком плане? Здесь сзади балка, которая крепится просто к кузову. Вот она. И ничего не изменить. Вот, допустим, на ВАК-продукте, если балка, можно на грычашку. Если на грычашку, ну, это такой конструктор. Ну, а здесь ты попробуешь что-то поставить. Нет, конечно. На грычашку сюда уже не воткнуть. Это чисто конструктивно, не предусмотрено. Никаких заглушек, ничего нет. И опасно будет, как он вообще поедет на крычашку. Так что, ну, балка, ну, типа, телега едет надежная, вот и все. Вот она. Ничего с ней такого не произойдет, не пугайтесь, там 250-300 тысяч она катает. На максимум поменяйте. Здесь сальмблоки стоят, вот. Все.
здесь, ну, так, не буду сейчас ее ковырять. Вот эти барабанные тормозные механизмы, желательно их прокрасить изначально, потому что буквально 3-4 месяца, 6 месяцев начинает ржа появляться. Что нужно сделать? Зашкурить нормально, обезжирить. Ну, кто-то грунтовку может даже положить. И термостойкой краской все это дело шлепнуть, и ничего не будет, надолго вам это хватит. С завода, вот, допустим, тот же самый антипор, уж условно говоря, антигравий, вот эта вся обработка. И днище, если его поднять, гораздо лучше, чем на ладе. Это 100%. Клиренса тоже вполне достаточно для этого автомобиля. Такая там уверенная и долго. Есть гидроусилитель руля. Все это шланги будут на насос Гура. АКБ стоит на 70 ампер-часов. Здесь сигналка, провода, как видите. Карабас можно пощелкать. Вот он такой переключает все это дело. Высветло. Вот это абсолютно прекрасно. Нравится мало. Вот это гофа уж. Получается, она со временем так расшатывается, и вот даже все просто отлетает, отходит. Поэтому следите за этим делом. Все здесь фьюзбокс ЛВ, электронный блок управления, тормозная жидкость, дальше. Все, старший регенератор, контур термостат тоже живущий. Здесь антифриз, ДС-вестоков здесь, и залитый завод. Более-менее уплотнитель, потому что отправляют из станции на каждом автомобиле. В общем, продажная подготовка, блин. Блин, ну, конечно, огромная. Смотрите, это закатывается, скажем, антиклон. Черную штуку выкидывают, ну, что-то и правильно. Все у нас все разные, у каждого свое предпочтение, как правило. Ну что, сейчас, на данный момент, ситуация складывается не лучшим образом, конечно, для автомобилистов. Все дико дорожает. Что делать дальше, что БУ рынок, что поддержанное авто, я не знаю. Какие автомобили видеть там с ценником больше, чем миллион, это большой вопрос. Хотя, если абстрагироваться, скажем, многие же у нас начинают писать в комментариях, если по-философски посмотреть на эту тему, типа, все нормально. Ну, друг, если ты философ, ты немножко в другом измерении живешь, чем простой обыватель, чем простой гражданин и автомобилист. Поэтому тебе доселе такие проблемы не виданы и не знакомы. Так что, если ты не разбираешься в проблеме, ты, наверное, не имеешь права ее даже обсуждать. Как-то так я это вижу таким образом. Как говорится, борщ варить не умеешь, не порти, блин, свеклу. Ну что? Вот. Такой аккорд. Вот так я вам исполнил музыкальную композицию. В Логанах в исполнении Live идет рычаг, ну, другой, понимаете, там немножко измененный, он повыше, немножко налепили там. Ну, как бы не хром это, пластик. Вот здесь все старое. Я не знаю, складские остатки они реализовывают или что-то они еще там напридумывали. А если спросить, да, вот по-серьезному, они там просто, типа, ну, отшутились, ну, ответили. Этот автомобиль безэмоционально едет. Вообще безэмоционально. Просто едете. С пункта МБ добрались, уже хорошо. Не ищите в нем что-то такое хорошее, что вас будет вам сильно радовать. Вот он видит и уже замечательно. Здесь задняя полусфера тренировка и ветровительство. 95-98. Ну, 92-й, наверное, можно заливать уж, если нету 95-го. Но лучше попасть на 95-м, чтобы избежать больших проблем. Открой ряд сидений. Тут даже подголовников нет. И софикс только крепления имеются. Вот такие здесь. И крепление для резко удерживающих колесо якорного типа и софикс. Все. Ой-ой-ой-ой. Опа. Вот прям, знаете, ну. Вот и все. Больше нечего сказать. Все опускается. Но самое, что не знаю, есть прям дубово простая комплектация. Ух, здесь что-то, это микрофон, связь с космосом.
вот такой интерьер. Ничего особенного в этом автомобиле нет. Единственное, что особенное, это стоимость, наверное. Она действительно особенная. Знаешь, что он расти будет, даже бэушкой там, продадите его. Это вполне существенная стоимость. Что место? Ну так много. Вещевой карман отсутствует. Все. Настолько голая комплектация, я даже не знаю. Собственно говоря, таксомоторы, таксопарки, даже такие сейчас комплектации, наверное, не буду брать. Я не понимаю, для кого она вообще. Очень-очень прям все скромно, дико скромно в этом автомобиле. Багажник все хороший, хорошо. Пожалуйста, здесь аудиосистему тоже установили. Пионерши, фаны. Подарочки, наверное, электронные ключи от биткоинов. Штук 10 вам сразу закинут в багажник. Смотрите, ничем не прикрыто. Обычно же вот тут лоб у нас какая-то бархоточка идет, тряпочка. А то смотрите, где-то же шумка, провода видны. Ну это прям вообще, я не знаю, что сказать даже. Это чистой воды эротика. Как так-то? Нет, это не серьезно, блин. Это что такое вообще? Запаска. Все тоже 175 на 65-м. Больше ничего нет. Но даже здесь, смотрите, даже здесь не довели. Вот до сюда не довели. То есть тут не то, что экономия. Вот представьте себе, экономия, да, вот, типа я подключаюсь к соседскому Wi-Fi, я подключаюсь к соседскому счетчику. Я там из ресторана запаковываю еду. Вот это, блин, такая экономия, что ли, получается? Я даже не понимаю. Экономия, я мою из торгового центра. Ё-моё, ну как так-то? Здесь тоже голый металл. Да, экономию я закупаю. Блин. Так, только площадка. Сзади сколько смотрит. Подсветка интересная. Блин, это не прикол. Я думал, это мне приснилось. Вот обычно на Логане сейчас 21 года. Вот здесь подсветка, блин, и вот здесь два фонарика. Тут один приделан, ё-моё, они прям вообще просто там сидят и угорают над нами. Вы что там, вообще что ли полетели куда-то? А, это как, это тут дырку какую-то оставили для камеры заднего вида. Ого. Ой, я даже не знаю, я так расстроился, что я без... Энтузиазм как-то иссяк по поводу этого автомобиля. В каком плане, что ну, как народу такой автомобиль давать? Сейчас уже хорошо избалованного, привыкшему к комфорту, к роскоши, к некоторым комфорту, к некоторой роскоши. Вот такой автомобиль презентовать. Я даже не знаю, каким нужно быть клоуном, чтобы тебе поверили на слово и взяли эту тачку прям и катали с удовольствием. Блин, это вопрос большой. Это прям серьезное эмоциональное потрясение, по-другому и не сказать. Тут ничего же нет, вот ничегошеньки, за что ты можешь зацепиться вообще в этом автомобиле, а? Ну как так-то? А дальше что будет? Я вообще боюсь представить, а? Как все хорошо, а? С утра джем покушать с чаем. Еще бортовой компьютер здесь. В урезанном варианте, блин, он ничего не показывает, вы вообще просто. Это что такое? Это как? Вот смотрите, он показывает одометр, пробег какой-то и время. И все, ни расход, ни сколько осталось до заправки, ничего. Здесь тоже усечено. То есть здесь нет даже температуры. Вот, двигатель, охлаждающая жидкость, нету ее, понимаете, все красное, типа, оно уже вообще должно быть беленькое, вот, ну, все красное, ну, что это такое вообще, как они могли это все сделать, это что за Аксос комплектация, блин, я вот сейчас голосом своих подписчиков, своих, наверное, зрителей говорю, конечно,
Но это вообще как возможно такое? 2020, октябрь 21 года, на носу 22 года. Это же просто. Тогда, знаете, более привлекательно для меня смотрится Гранта, у которой один концевик только, который тоже без гидроусилителя руля, и все без кондея, без ничего, чем вот эта вот штукенция. Я не понимаю, что происходит. Такое ощущение, что резко приоритеты очень поменялись, и ну, неужели вот мы такое заслужили, я не знаю, кто что заслужил, но как-то вообще обидно мне. Центральный сработал, заблокировался. Фух, я даже не знаю, как с мыслями собраться, у меня такая каша в голове сейчас, чтобы вам выдать какой-то итог по этому автомобилю, чтобы вы представляли прям, к чему мы идем, к чему мы стремимся и что мы получаем, вообще непонятно. Тут такая ситуация складывается, что в большинстве случаев иногда, наверное, силы зла побеждают. Вот я в этом неоднократно убедился. Но время пройдет, и все-таки все, наверное, устаканится, растворится, и добро победит, как в той самой доброй, хорошей сказке, которую нам рассказывали родители, кому папа, кому мама на ночь, и все будет хорошо, я в этом уверен. Ну а пока вот такая ситуация. Как-то так.